самое время включить шоколадный фонтан. Ой, выглядит очень аппетитно. Попробуем окунуть в него маршмеллоу. Кто-то пришел. Пойду открою. Вау, шоколадный фонтан и маршмеллоу. Конечно же, мы просто обязаны это попробовать. Красота! О, да, и вкуснота! Я тоже хочу. И забираю себе всю упаковку. А ты довольствуйся одним маршмеллоу. Смотри, какой крутой лайфхак я придумала. А сейчас я буду лакомиться 5 маршмеллоу одновременно. Круто придумано! Девочки, вы что, все съели? Да как вам не стыдно? Объявляю челлендж! Интересно, а что под клошами? Нэнси, давай я открою твой. А я твой. Ого, у меня бургер. Здорово. Я очень рада. Мамочки, Нэнси, а что досталось тебе? А у меня? У меня страшный осьминог. Не верю, что мне придется его пробовать. Джилл, давай ты первая начнешь. Давай. Я этому буду только рада. Мой бургер сам по себе очень вкусный, но нужно окунуть его в шоколад. А шоколада мы жалеть не будем. Ну что ж, а теперь попробуем. Какая же вкуснятина! Мне очень нравится, не могу остановиться есть. Это было супер! Нэнси, я все, а это значит, что сейчас твоя очередь. Правда? Эх, ну окей, попробуем. Осьминог очень огромный и очень страшный. А какие омерзительные щупальца с присосками. Ладно, надо окунуть его в шоколад. Начну с одной щупальцы. Боже мой, надеюсь, меня не стошнит. Почему я не могу его прокусить? Он как будто резиновый. Давай же! Ну, держись. Я все равно откушу кусочек. Нэнси, мне кажется, тебе стоит быть аккуратней. Меньше слов, больше дела. Тяни! Ой, Джилл, с тобой все хорошо. Прости. Снимите это чудовище с меня немедленно. А, какой же он гадкий! Все, Нэнси, я его выбрасываю. Какой шикарный торт получился! Батюшки, откуда здесь взялся осьминог? Он же весь торт мне испортил! Ой, бабуль, мы здесь ни при чем. Эй, просто так есть шоколад нельзя. Для начала надо узнать, что нам досталось. Мамочки! Это же тараканы! И они все еще живы! Какая гадость! Да уж, противные. Джилл, прости, но ты так легко не отделаешься. Я с осьминогом возилась, и ты тараканов съешь. Давай-ка налетай, подруга. Ох, надеюсь, что шоколад хоть как-то исправит ситуацию. Хотя, знаете, я где-то читала, что в некоторых странах насекомых едят. Может быть, мне понравится? Нет, мне совершенно не понравилось. Джилл, я твоя группа поддержки. Давай, ешь, ешь. Да! Ты реально съела всех тараканов? Какая мерзость. То есть, молодец. Посмотрим, что у меня. Вау, это же шпажки с маршмеллоу и мармеладом. Ох, Джилл, ты только посмотри, какая красота. Я сказала, посмотри, а не ешь, тебе нельзя. Итак, окунаем их в шоколад. Выглядит просто нереально. Попробуем. Ням-ням-ням. Объеденье. О, да, мне очень понравилось. Давай на цифак, кто первый открывает. Да, я
я победила! Посмотрим! Что? Это же сыр с плесенью! Да, и он ужасно воняет! Нэнси, я в тебя верю, давай ешь! Ох, ну почему мне досталась такая гадость? Хотя, может быть, с шоколадом будет вкусно? Попробуем! О, нет, как будто бы стало еще хуже! Мамочки, меня сейчас тошнит! Ну и вонь! Да уж, бедняжка Нэнси! Лучше я закрою нос прищепкой! Ух, так полегче! Я все съела! Простите, но моему желудку явно не понравился сыр! А-а-а! Помогите, помогите! Нэнси, очнись! Давай же, приходи в чувство! О, ты открыла глаза! Класс! Все хорошо, можно продолжать! Хорошо, посмотрим, что у меня! Ого! Я такое раньше не видела! А, хотя... Это похоже на корндоги! Ну-ка, сейчас мы это и узнаем! Но для начала окунем в шоколад! А теперь кусаем! Да, внутри сыр! Объеденье! Знаете, сыр с шоколадом здорово сочетается! Эй! Тебе нельзя! Корндоги только мои, не дам! Ты жадина, ясно? Когда я ем, я глух и нем! Кстати, у меня есть еще целых 2 корндога! И одним я могла бы поделиться, но не буду! Да все уже поняли, что ты жадина! Окунаем в шоколад и наслаждаемся этим безупречным вкусом. Джилл, а можно аккуратнее? Ты могла и в меня попасть. Прости, я увлеклась. Ты такая смешная и чумазая. Эх, жаль, у меня не рентгеновское зрение. Ладно, посмотрим, что под клошем у Джилл. Что? Джилл, тебе снова повезло! Да, мне достались мармеладные роллы! Здорово! Хотя, погодите, чего-то не хватает! А, точно, я поняла! Сейчас найдем! Это не то! Ой, какая забавная! Но тоже не то! А это здесь откуда? О, карандаши! Это, конечно, не китайские палочки, но за них вполне сойдут. Аромат восхитительный. Попробуем. Вкуснятина! С шоколадом будет вдвойне вкуснее. Вау! Я тоже хочу! Слюнки текут! Пожалуйста, не порть мне аппетит! Прости, прости! Ох, сладкие роллы вкуснее, чем обычные! И вот я съела последний! Нэнси, твой черед! Ой, это же вонючая сырая рыба! Нет, я не буду это есть! Будешь! Ох, эта рыба выглядит ужасно! И на запах она отвратительна! Ох, ладно, рыбка, отправляйся плавать в шоколадные моря. Так, ну что ж, шоколад с запахом не справился. Ну, может, ему удалось скрасить этот неприятный вкус? О, нет, это ужасно! Джилл, тебе смешно? Держи, попробуй сама. Нет-нет, спасибо, не хочу лишать тебя такого удовольствия. Какая подстава! Нужно поскорее ее съесть и забыть об этом, как о страшном сне! Вот это да! Нэнси, в тебя поместилась целая рыба? Невероятно! Ты мой герой! Браво! Благодарю! Можно я первая подниму клош? Супер! Вау, это же леденцы! Между прочим, так они напоминают мне когти росомахи. Забавно, правда? Ну ладно, теперь я хочу их попробовать. Как сладко! А с шоколадом будет еще вкуснее! О, да, как же аппетитно! Джи!
Даже не мечтай. Ты со мной не делишься, и я тоже не собираюсь. Все три леденца я съем сама. О, да, это нереально вкусно. Вот и все. Я все съела. А ты чего грустишь? Теперь твоя очередь. Окей, поднимем клош. О, нет! Под ним меня ждали ужасные куриные лапки. Ну что за гадость? Такое вообще едят? Джилл, я в тебя верю, ты сможешь. Ладно, рискну попробовать. Мамочки, не могу в это поверить. Они же мне будут в кошмарах сниться. Окунаем в шоколад. Ох, Нэнси, если бы ты знала, как мне противно. А теперь нужно набраться мужества и проглотить. Мне даже смотреть на это противно. Да уж, а у меня тут еще целая тарелка. Ладно, буду есть и представлять, как будто бы я ем что-то вкусное. Осталось немного. Все, я все съела. Да уж, Джилл, ты молодец. Браво. Ох, у меня после этих куриных лапок очки запотели. Да-да, посмотрим, что мне досталось. Ого, это что, желе? Странно, но оно должно быть вкусным. Попробуем. Я вижу, что внутри что-то есть. Не верю своим глазам. Это что, соленый огурец? Какой кошмар! Ладно, я смогла пройти куриные лапки и тараканов. Какой-то огурец меня не испугает. Даже в шоколаде. Пробуем. Противно, но съесть возможно. Ну вот, я все и больше не буду. Нет, ты должна и желе съесть. Эх, совсем ты меня не жалеешь, Нэнси. Окей, доем все до последней крошки. Вилка и нож мне не нужны. Буду есть руками. Да, так будет быстрее. Ой, не завидую. Я все доела. Мне точно после этого нужно почистить рот. Давай, Нэнси, продолжай. Надеюсь, мне повезет. Вау, у меня картошка фри на палочке. Здорово. Интересно, а как это будет сочетаться с шоколадом? Думаю, отпадно. Окунаем и пробуем. Выглядит очень аппетитно, правда? Вот это объедение! Да, итак, с одной шпажкой я почти расквиталась, а осталось еще две. Ох, бедняжка Джилл такая грустная. Держи, угощайся и не грусти. Это мне, правда? Большое спасибо, ты настоящий друг. Ох, не терпится попробовать. Я никогда раньше не ела картошку в шоколаде, но если понравилось тебе, значит и я оценю.